улице Осенней, в районе пересечения с улицы Крылатские холмы. Двигаться будем в северном направлении, то есть в сторону улицы Крылатская. Крылатская, она стоит на холмах. Не зря и улицу назвали Крылатские холмы, от которой мы начали движение. Это улица Осенняя. Хорошая какая панорама открывается, да, внутри? Это вид в сторону Щукина и хорошо... Не, в данном случае даже в сторону Строгино. Скорее. Да, Крылатская... Так, нам нужен будет... Так, мне там по пути нужен другой адрес. Сейчас отсюда надо сворачивать. Так, дорогу еще. Хотя в идеале, конечно, лучше дойти до перехода. Все-таки значительный поток машин идет.
идти тогда.